Ну что, ребят, все, вылетаем в Краснодар. У нас будет 9 часов. Мы доели блины с творогом в приорите с Лехой. Я вышел даже раньше, чем Леха планировал. Он прям этот. Он дождался, пока пол был еще холодный, пожар начался. Было много ребят из сборной, они все уже прошли на самолет. Мы будем идти типа самолету и всех красиво снимем. Прямо как сборная Питера вылетает на чемпионат России. Сегодня будет уже регистрация. Многим придется прямо с самолета лететь туда, потому что мужские категории начинаются там прям часов с двух. Знаю, некоторые ребята уже со вчера находятся в Краснодаре, но в этом случае я не удивлен, там чудесная погода. Что-то начало двигаться. Вон я вижу, Мира стоит. Приедем, снимем, надеюсь, мы первый вам покажем тяжелую весовую категорию на регистрации. Покажем, как все будет происходить. У меня есть подозрение, что будет бардак, но, может быть, в этот раз будет не так. Ну, включил? День отлично начинается. Около меня сидит не качок, вот у меня сидит Оля Корчака, наша IDB Pro. Поэтому я лечу теперь максимально с комфортом. Оля не очень. Часть сборной Питера в этом самолете. Кстати, не очень большая. Не знаю почему. Лёха говорит, мы полетели. Вот. Только что пришла смс на самом деле с приложения Аэрофлота. Ё-моё. Так. Все же, да, на айфоне фонарик включается сам по себе, всегда, когда не нужно особенно. Так вот, все, мы вылетаем. Регистрация самая забавная началась, но тут нет тех категорий. С самого начала дня идут там девочки, мальчики, те, кто не определились, и несовершеннолетние. Часов с двух начинается регистрация основных категорий, многие сразу с самолета отправились туда. Я отправлюсь готовить себе пожрать. Потому что пока ты работаешь, враг качается, поэтому нужно вес поддерживать. Все, я сейчас буду спать, поэтому мы уже увидимся там, где будет солнце, тепло. Моря не будет, но там в целом все равно есть бассейн. Все, приехали в Краснодар, сейчас приедут протеины, у меня чемодан 30 килограмм протеинов с собой. Знаете почему? Потому что мы ехали на Сибириан, то транспортная компания привезла в целости и сохранности в тот момент, когда мы улетели домой. На турнир мы брали продукцию у Сибириан Power Shop. Вот, поэтому в этот раз решили не рисковать и продукцию везти самостоятельно. Где-то отгружаемся, едем заселяться, и после этого на регистрацию уже с вами увидимся. И, конечно, самое интересное для вас всех будет тяжелая категория, кто приехал на Россию, какую форму довез. Дэн Бажанов летел с нами в самолете, жив, здоров. Я уверен, что максимально старался подготовиться к соревнованиям. Увидим других интересных спортсменов. Кстати, из Калининграда я увидел еще одного реально претендента на высокие места на России. Он выступал с Назаренко в эти выходные и показал очень крутую форму, так что будет интересно. Слушайте, на этот номер, да? Хорошо, потому что я багаж только получил. Красоту поснимал все? И красота еще не выступала, пока эти уродцы перекачанные. Эй, ребят, привет. В общем, регистрация задерживается на 2 часа. На самом деле она не задерживается. Это планово. Нужно сразу понимать, как всегда происходит. Поэтому я смог поспать, прибыл. И самое главное, конечно же, мы сможем снять категорию тяжелую весовую. Все ее ждем, про нее уже не раз говорил. Тут все прямо максимально нарядно, кстати. Кочелёв уже снимал в любом случае все помещения. Здесь раз мы это не будем, тут подмонтируют под мой голос. Поэтому ждем. Еще тяжей сам не видел никого, кроме Бажанова в самолете. В самолете, конечно, он не впечатлил. Мне кажется, он спал за дорогу, особо не ел ничего. Кстати, я безумно голодный. Я что-то думал, пока ехал в такси, о том, как перекусить. Атмосфера хорошая, реально праздничная.
все на позитиве, потому что в Краснодаре иначе, ну, не бывает, невозможно в таком погоде, солнце. Трава настолько зеленая, у нас в Питере такой не водится. Даже если покрасит, она не такая. А я знаю, о чем говорю, потому что я сын офицера. И я видел, как траву красят, и деревья тоже. Ты вас слышал. Там должна была бы шутка такая. Вот у тебя по плечу и присесть. А, ты же видел, да, как Мухаммед крутился? Это очень смешная шутка максимально. Что найти и качка и проверить, как играть это. Расторопность. Здравствуйте. Первое сегодня белое с серебряными. Красиво. Ну неплохо, я уже видел в интернетах. Понравилось? Я уже видел в интернетах ваши эти. Ну, чтобы выделяться немножечко из амбассадоров. Ну тебе нужно было еще это. Поэтому я им футболки вообще не раздал никому. Себе сделал еще такую. Он футболки продает своим. Продает? Ну, а что делать? Видите, у меня в команде есть спортсмен, у которого есть своя собственная команда отдельная. Вот. Но... Получается, они тоже должны комиссию за войдание. Ну что, как тебе? Кого видел? Да я видел мускуляров только. Пластиков и классик физик. Пластиков? Пластиков, да. Пластик физик, бля. Но пластик физик это сейчас позже пойдет в купальниках, которые. Я взял купальник. А мы сегодня тренинг... Как тебе классик физик? На России. Я на самом деле вовремя съебнул. Да? Чтоб не расстраиваться? Ну нет, как бы вот сейчас, если бы прям такая хорошая конкуренция была. Да, прокрепкие? Да. Я бы не сказал, чтобы я потом потерялся. Нет, конечно. Ну сейчас ты здоровый, конечно, сейчас накачался плюс 10 килограмм. Конечно, хрен потеряешься. Нет, уже больше. Сейчас 109. Ну и примерно такое же количество. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Мы потом еще снимем ровное качество. Качаться сегодня в жопу. В жопу. А вот завтра, я, он. Адама нету, Адам. Ну, по крайней мере, он должен быть. Потому что теперь Адам Абакаров в нашей команде. Ну, теперь должен, да. Вот, теперь должен. Теперь нет. Вот, мы пойдем качаться, я еще не знаю куда. И, скорее всего... пригласили в спортивный медведь какой-то здесь, в Краснодаре очень такой легендарный есть. Пойдем в фифти-джим, он по идее модный там, типа, на стиле все красиво, золоте вот все, нормально. Мне кажется, медведь я был. Да, туда все пойдут, а мы пойдем туда, где модно. Ну, Галерчик пришел. Здравствуйте. Неожиданно? Нет. Неожиданно. Какой-то турист по Панамке. Ну что, ты готов? Конечно. Все? Все. А что ты в кофте, тут жарко. Слушай, ну блин, я с улицы пришел. Парень с улицы. Вы тут, да? Да. Мы... Да. Мы здесь. Да. Мы здесь. Мы здесь. Мы тут. Далер, расскажи. Расскажи пацанам. Что расскажи? Где ты был? Any questions. Где ты был? Да тут я рядом, ну, давайте вопрос. Далер, когда будет выступать? А, ну, вы, да в июле же договорились. Ну, а он убежал, я не в курсе. Ну, июле, ну да, да, ну вроде июле. Как. Да. У тебя виза есть? Шенген, это? Ничего нет, ну там же все быстро. Что? Даже все быстро. Даже все быстро делается. Да? Да. Мне же паспорт должны отдать. Уже хорошо. Да, уже есть. Кто паспорт вернет? Ну, блин, службы специальные, которые дают паспорта, которые очень быстро за денежку за пару дней сделали паспорт. Ну все, конечно, то есть визу ты делаешь? Слушай, ну надо начинать все это делать, сейчас я вернусь. Я просто с переездом сейчас, у меня геморрой небольшой. А так, в принципе, я... Ну это от приседания, ребята, это нормально. А так нормально, пытаюсь, тренируюсь, готовлюсь, все хорошо. У меня, правда, не так много времени было, потому что, ну, спонтанное решение достаточно. Но будем, ну, вот, смотрю на Игоря, он за 13 недель поднабрал и подсушился. Будем стараться делать так же. Ну реально, вполне. Да? Время, да. Время есть. Да. Вот. И так ты же тоже ждешь, да? Я? Буду, да. Мотивироваться с тобой. Вот. Давай лучше Ромка, у него форма заебись. Нет, ну я тоже здоровый. Я такой зашел в самолетке, вот, ты типа набрал. Я такой, да, я набрал. Первый раз в жизни, я набрал, наконец-таки. Я ел. Ел нормально, по-человечески, да? Ну не совсем по-человечески, но больше. Ну больше хотя бы. Больше, чем обычно. Я даже сейчас хочу есть. И пить. Что скажешь, как тебе чемпионат, какие прогнозы у тебя? А у меня... Чемпионат, наверное, будет хороший, я в этом уверен на 99%. Прогнозы, на самом деле, делать сложно. Ну, опять же, прогнозы какие там, по 100+. Слушай, честно, я буквально на днях в Инстаграм листал, увидел у Назаренко чемпионат Калининграда и увидел там пацана, который с ним выступал. И прям я подумал, почему про него никто не говорит. Там реально очень сильный спортсмен. Даже не знаю, о ком ты говоришь. Вот, вот. Я не запомнил имя, я даже не знаю, где его теперь найти, но... Короче, он стал первым. Так, он обошел Назаренко. Да, вот, буквально на выходных, прикинь. Вам тоже интересно. Вот, мы узнаем, кто он.
Вот. Опять же, мне интересно, что сделает пацан молодой из ЕКАТа, который вот этот, Антон, дыши. Да, он здесь. Антон, здесь Антон дышит, это очень важно. Мы пойдем проверим, Антон дышит или нет, спросим у него. Надеюсь, его кореш тоже приехал, который контролирует дыхание Антохи, потому что, ну, как бы, затачь никак нельзя. Ты что думаешь? Да я-то вот про парня теперь хочу узнать, да? Который ты сказал. Да, я найду тебя, может, покажу. Но он там прям реально, то есть он прямо... Он прям лютый. Надо посмотреть. Данными. Надо посмотреть. Что еще интересно? Ну, какое сейчас подведет к форму Денис? Ну, просто интересно в сравнении, что будет после Питера так. Как тебе вот эта расстановка мест в абсолютке? Ты её понял, нет? Да, конечно, я понял. Чтобы один спортсмен не обижался, ему отдали абсолютку. Потому что иначе бы он не поехал на Россию, а у сборной Питера нету тетижа. Всем привет, я все знаю. Я знал, что он будет первым, когда он еще не вышел на сцену, чтобы ты понимал. Как бы, мне уже пришли, тебе сказали, та-там, новости. Нет, ну как бы реально, то есть, конечно, мы скажем, что судили две разные судейские бригады. У нас спорт весьма, ну, неоднозначный по сравнениям. То есть, кто-то посчитал, что это вот реально Денис больше. То есть, Денис реально, там, чуть ли не X2 от Кирилла, но по правилам Российской Федерации IBB, судить должны здесь, сейчас, качество, поэтому я считаю, что судьи посудили правильно. Mm-hmm. Да, первый раз у меня вопросов вообще не было. Я тоже согласен. За сценой многие орали, но... То есть тоже, давай поставил бы? Да, без перестановки вообще непонятно абсолютно. На мой взгляд, как бы, ну, по пропорциям, по качеству, задние позы, ягодицы, без тренера. Да. Там вообще, причем мы с тобой смотрели, там каждый раз, каждую новую позу, все глубже, глубже, лучше, лучше. Да. Поэтому... Но если что, мы в любом случае фанаты произвола Зуфара. Вот, Зуфар, мы с Долером будем в зале кричать, вот. Мы и кто-нибудь еще, если ты будешь слышать, это мы. Вот, в любом случае. Все, ждем сравнений. Не знаю, где качки вообще что-то. Сейчас пойду. Задержка из-за качков вся. Кстати. Бодибилдинг, категория свыше 100 килограмм. Александр Владимирович Вишневский сам лично решил посмотреть за сторисы бокалом федерации. Итак, категория бодибилдинг свыше 100 килограмм. По 3 человека, да, сравниваем? Да. 3 человека, пожалуйста, еще, третий спортсмен, выйдите. Сейчас, одну секунду, пока можете... Шаг назад сделайте. Шаг назад, ребят. Шаг назад. Все, стоп. Бицепс впереди. Пляжи бодибилдинг юниоры. Будьте добры, пройти к регистрации. Пляжи бодибилдинг, вы забыли. Сразу шорты забыли. Спасибо большое, величайшее. Спасибо, бицепс голову. Бицепс сзади. Спасибо, широчайшие сзади. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо, пресс-бедро. Так, парни, улыбаемся. Спасибо, а что я может подказался для того? Спасибо большое. Павел Анатольевич, готовы к следующим спортсменам? Антоха, давай! Как по центру ему. Антоха, дыши! Давай! Все, стоп, пожалуйста, пропорции спереди. Ноги поставь вместе, Антоха. Красава! Пропорции сзади. Открывай спину. Хорош! Спасибо, фронтально.
и бицепс спереди. Итак, категория свыше 100 кг. Раскрылся. Спасибо, широчайший спереди. Сколько 2 кило? Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо, бицепс сзади. Так, чуть-чуть назад. Назад. О. Спасибо, широчайший. Ой, сзади. Антох, тут супер вообще. Спасибо, пресс бедро. Красиво сделали. И подсел. Бедро. Отлично. Спасибо, HP. Спасибо, и лучшая произвольная поза ваша. Favorite plastic pose. Поработаем чуть-чуть. Большое спасибо, ребята. Хороший уровень. Вау! Колени сломались, когда я сидел. Как тебе колени? Кирилл, Денис, пожалуйста, останьтесь, пожалуйста, на сцене после чего марафон. Не надо, не надо! Нет, потом. Все. Не надо, Кирилл. Надо давить больше. При всех, по крайней мере. Сань, никаких сравнений, да? Отдельно можно. Пропорции спереди. Суфар, помнишь, да, вот ногу поставили? Улыбайся. Спасибо, пропорции сзади. Спасибо, фронтально и бицепс впереди. Спасибо, широчайшие. Вот, включил, отлично. Вот, раскрылся. Грудные включил. Вот. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо, бицепс сзади. Чуть-чуть поработай спиной, так вот, пошевели. О! Широчайший сзади. Спасибо, бицепс сбоку. Отлично. Спасибо, пресс бедро. Спасибо, HP. Спасибо, ребят, большое. Все? Нормально? Конечно, делайте какие-либо оценки, сидите рано, потому что все решится на сцене, как будет самочувствие, какая будет загрузка, какую форму выставят спортсмены, мы узнаем только в субботу. Но сейчас на ваш суд, мы смотрим, на ваш суд вношу эту категорию. Пишите комментарии вниз, узнаем, кто из вас прав. А он снимал на нормальную камеру, поэтому в полном выпуске увидите уже качественно все. Когда? Не знаю, сегодня, наверное. Ого, сегодня? Лёха, какой у нас? Попробуем, вот попробуем. Всё, короче. Короче, если он до трех ночи не успеет сделать, ну после трех точно не успеет. У нас планы.
все работает. Друзья, ну вот, категория 100+, мы ее посмотрели. Роман IBB Pro, Роман Халиулин случайно оказался на чемпионате России по бодибилдингу. Поэтому на баночном этике напечатан. Шел по Питеру и хоп, в Краснодаре. Роман, здравствуйте. Случайно встретились, во втором месте смотрю. Оба-на, Ромка, ничего себе. Ром, как тебе категория? Да, блин, шикарно. Мне кажется, туда громко. Это, в принципе, категория, ради которой собираются, ну, грубо говоря, любители посмотреть вот это вот фриковое, хорошее, большое-большое мясо. Мой фаворит, он как бы, блин, мне нравится два спортсмена, вот прям очень нравится. Это Назаренко Кирилл и Бажанов Денис. Я буду топить за них, за обоих. А больше за кого? За Дениса. Больше, ну, объективно, как по мне, он более пропорциональный. У него узкая талия, относительно его широких просто спины и плечей. Единственное, что, ну, по ногам они не выпадают прям конкретно, но вот... Глубина ему... такая. Да. Но, блин, Бажанчик просто уникальный спортсмен относительно того, что 3 года он не выступал. Все его там проблемы со здоровьем, и его уже списывали со счетов. А тут он сделал камбэк и такой, что успешный, просто... Успешный. С тобой подводился в этот раз? Нет. И в прошлый раз не со мной. Ну, и позапрошлый раз не со мной. А на пике? Зачем ты это говоришь вообще? Ну, я спрашиваю. Зачем ты на камеру говорил? Ты тебе сказал, что его подводил. Подожди, просто на пике написали, ты его подводил. Да, а потом тебе сказали, что его другой подводил. Основной? Основной. А ты запасной? А там эти все, это уже... Советчики. Портят все советчички, вот эти вот. Я не понял, что это? Не знаю. Это порнография какая-то. Вот. Ладно. Ну что, друзья, не выключайте. Да? Замечательно. Вот, не выключайте компьютер, потому что 100+ вы увидели, но впереди вас ждут девушки. Очаровательные и не очень. Леха, что спросил, а что я их еще снимать буду? Ну, Лех, ну немножко. По полшишечки, Лех, поснимай. Все, отлично. Заниматься за него. О, Ром, вот, здорово! Вот костюм. О! Вот, а где, блядь, у нее какой-то, блядь. Подожди. И легким движением руки. Чоля! А потом вот так надо, смотри. Короче, в той стране есть мак. Мак. Ну мы не едим в маке, мы пойдем есть рис с грудкой. Сухой. В дистилляте вареный без соли. Вот, чтобы форма... Там было такое заведение, что право. Так и называется, дистиллят. Сейчас мы сушильную пойдем. Сушильню? Сушильню. Я знаю, что через дорогу есть еще KFC, но это не сушильню, да. Нормально. Вот такие тут красивая пирамидная треугольник. А, по-моему, слева сразу суши. Вот же они. Еще и 24 часа. Пришли, братан. Мы пришли. Мы очень долго шли. Это таймлап такой. Перемотка быстрая, и вот. Все. Ну, там, наверное, сейчас сядем где-то, погнали. Ну, типа, круглосу. Так далеко шли, я чуть-чуть масло не растерялся. Мы, правда, походу, там, типа... С 9 до 0, а ну у нас еще есть время. В туалет будешь снимать, мы пойдем? Нет? Обязательно. Ну ладно, все, идем в туалет. Мы совершили заказ. И готовы к приему пищи в целом. Осталось его дождаться. Ну, Ромка, он большой, поэтому он будет 3 сета суши. 18 штучек. А я буду 2 сета суши, 2 сета суши и еще 2 суши отдельно. И можешь штаб себя снять, и скажешь, что ты будешь есть. То же самое. Привет, я Леха. По ту сторону экрана. Вот, Леху вы ни разу не видели, хотите я вам Леху покажу? Думаешь, надо? Да, уверен, что надо. Вот это. Ну, а я тоже суши взял, короче. Запеченные только, роллы. Это виновник. А, это с жиром, который. Это который жир. Запеченный этот с жиром. Мы взяли без жира. Обезжиренные, блядь. Самые вкусные. А Леха это наш виновник всего контента, по крайней мере, на моем канале. И чуть-чуть на его. Я что-то пропустил, но... Я говорю, да. Что Лёшка – это я всему виновник нашего контента. Всего. И, кстати, с Краснодара весь континент
на каналах, который будет появляться. Это да, тоже это я. Знаете его. Это потом полвечера сижу и у меня жжет. Вот это хуйня. Обратите внимание, что вот этот бокал. Я вообще люблю пить все из бутылки. Мне нравится, что воду, что там колу, что даже вино или пиво. Мне нравится пить из бутылки. А я наоборот, все в стакан наливаю. Все в стакан наливаю? Вот, все в стакан. А я вот, ну, помнишь, что мы даже в Румынии, да, обыцашки из стакана разводил, и в большой этот наливал стакан из стакана пил. Не знаю. А я вот, да, у меня так. Не знаю. Я соусами или кетчупом сверху поливаю. А Руслан в тарелочку сбоку и макает. Я сбоку соус наливаю, да. А напишите в комментариях, вы соусом поливаете еду? Или соус должен быть сбоку, и в него вы макаете? И подбухиваете вы как, с бутылки или с бокала? Не, ну понятно, что в подъезде все подбухивают. А что ты вот на нас, что будете мы? Вот там коньячину судьи пьет. Сними, 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 нормально все. А то скажут, мы одни не такие. Вот там вот бутылка коньяка, это нормально. А мы вообще как детки. Мы пытаемся не выделяться. Мы вот в теме. Мы не пытаемся не выделяться, не выделываться и не обделываться, самое главное. Вот, кстати, про обделываться. Туалет был занят, и мы до сих пор не сходили в него. Уже не очень хочется. Это было важно. Но вы еще подождите. Мы сейчас поедим, отправимся на регистрацию, придут бикини. Леха красиво там снизу, сверху, сзади, спереди вам. Девочек. Как надо. Снимет. Ну, снимет в плане на камеру. Вы не подумайте. Там все очень приличные девушки. А мы там самые приличные из всех. Девушки. Девочки, да. Я говорил две штучки, ну ладно. Может, не так поняли. Ну ладно, да. Бум. Пиво, да, повторите, пожалуйста. Пиво, все, повторил. Короче, спросил, я заказал таких штучек, две сушенки. А он сделал две порции. Ну, если что, мы да, пацаны помогут, конечно. Ну, тут как бы я без вариантов, я не вывезу. Нормально, вкусненько. Вот. Ну, дай бог, чтобы было вкусненько. Ну да, лосось, конечно, не ями-ями, блядь, питерская, но тем не менее. Ну, может быть, нормально еще. Все сфоткали. Друзья, ну, в общем. Я чувствую, что я сонный. Я сонный, кажется. Пивасик работает. Да пивасик это сидр. 4 килограмма суши сидр работают. Просто ад какой-то. Я не ожидал. А еще вы мне не помогли ничего хавать. Я съел одну. Одну, блядь. Барабанище. Все, сладкий сноп. Слушай, вам завтра во сколько тренинг или что? Я утром разберусь. Ладно. Нам сюда? Нам не сюда. А. Словно нам баскетбол. Баскетбол. Плачь, туда спишь, сейчас я гляну, что все. Ну ладно, в общем, просишься, пиши. Да? Подъедем. Точно не рано? Поспите. Да, всем спокойной ночи. Поспите, смонтируйте что-нибудь. Вот это, чтобы все да, вышло вот завтра. Да, сейчас он придет и будет монтировать. Постой, ну вот, можешь логотип заснять и конец серии. Все. У тебя ноутбук не предназначен. А можно биться будет? Седьмая винда, блядь. Блядь, динамия. Я старый, я буду старый. Скиньте мне видео. Просто седьмая. У нас Лёх, что заканчивай, они меня обижают, я их буду пить, все, выключаю. А вы винду переставили в итоге? Или в процессе? Посажу вас в машину, чтобы вы какую-нибудь дырку не продырявили без меня. И отправлю вас домой. Да, 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 да. Это вот это, наверное, ваша приехала. Нет, вот наша беленькая. Все. У вас тут будет.